начала отопительного периода в жилом секторе Карагандинской области зарегистрировано 496 пожаров, 165 из которых произошли в результате нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, размещать подготовленное для сжигания топливо на предтопочном листе, применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топить печь с открытой дверцей, перекаливать печь, сушить горючие материалы на расстоянии менее полуметра от поверхности печи и дымоходов. На полу возле печи необходимо расположить предтопочный металлический лист 50 на 70 сантиметров. Очищайте дымоходы от сажи не реже одного раза в 3 месяца. При пожаре звонить 101, телефон службы спасения 112.